Так, всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз у нас привод для тележки Dolly, чтобы осуществлять съемку при заданных скоростях. То есть вот представлена моторизированная тележка фирмы Savinok. То есть поставляется вот в такой упаковке. Так, марка SK-MS-01. Так, ну и позволяет передвигать вес до 3 кг. То есть есть несколько, два отверстия с резьбой 1/4. Ну и питается от двух батареек 1,5 вольта или аккумуляторов 2А, так называемых пальчиковых. Так, внутри упаковки находится поролон, в котором спрятана тележка. Дальше инструкция по эксплуатации на английском языке. Так, ну и показано, как осуществляется подключение непосредственно к тележке Dolly. Так, внутри находится сама тележка. Так, и внутри находится также крепежный винт для крепления непосредственно к колесам тележки. Так, здесь у нас есть включение-выключение. Дальше тележка позволяет двигаться не только в прямом направлении, но и обратном, либо стоять на месте. То есть обратный задний ход, так называемый. Так, стоп, центральное положение, ну и движение вперед. Так, есть здесь три скорости. Первая скорость — это за 40 секунд он проходит 1 метр. Это среднее положение. Вторая скорость, S2, это 1 метр он проходит за 30 секунд. То есть это крайнее правое положение. Так, ну и есть S3 скорость. То есть он проходит 1 метр за 10 секунд. Это самое крайнее левое положение. То есть изготовлено из алюминия верхняя часть. То есть здесь колеса прорезиненные, то есть они даже сминаются. Это пластик. Так, ну а нижняя часть пластмассовая, который находится непосредственно сам механизм движения. То есть есть два отверстия с резьбой и одно отверстие без резьбы для того, чтобы закреплять по тому типу. Так, ну и здесь вот открываем отделение. Есть место под пальчиковые батарейки типа А. Так, вот у меня есть два аккумулятора, сразу же их поставим.
Так, перевернем. Есть у меня тележка. Видео про эту тележку есть на моем канале. То есть, у кого есть желание, можно будет посмотреть. Это вот Fujimi. Вот такая тележка. То есть, ну и сюда вот идет непосредственно сам привод. Так, включается он следующим образом. Так, сейчас стоит на первой скорости. Мод движения. Вот обратное движение. Почему куплена была моторизованная тележка? Потому что не всегда можно вручную. Это нужно очень долго тренироваться, добиться определенной скорости. Так, ну и третья скорость. Так, ну и давайте посмотрим, что можно снять при помощи этого моторизированного адаптера к тележке Dolly. Так, помимо данной фирмы Savinoac, есть еще фирма Green Bean, у которой есть подобная тележка. По конструктиву она практически одна и та же. Единственное отличие, кнопки у нее находятся непосредственно сзади. То есть кнопка включения, кнопки переключения вперед-назад, ну и кнопки переключения скоростей. Спасибо за внимание. Всем удачных покупок, удачных распаковок, применений данных технических устройств в свои видео, фотосъемки. Ну и до следующих распаковок. До свидания. Спасибо за внимание.